Такую задачу поставил губернатор на заседании Краевого комитета «Победа», которое провели в Туапсе, городе воинской славы. По словам Вениамина Кондратьева, средства выделены, и никаких задержек в этом вопросе быть не может. Каждый ветеран, который остался без жилья и до сих пор его не имеет, должен получить крышу над головой. Все деньги есть. Мы получили деньги из федерации. Это программа федеральная. Деньги из федерации мы получили 14 марта. До 1 мая мы завершим эту работу. Улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной – одна из главных задач краевой власти, заявил Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что об участниках боев и тружениках тыла, а их на Кубани насчитывается почти 40 тысяч, власть должна заботиться не только в канун майских праздников.